Другим темам. Причиной массовой гибели рыбы в Шымкентской реке Бадам стало отравление, считают ветврачи. Сегодня они взяли на лабораторные исследования образцы с берега в районе Шымкентского нефтеперегонного завода. Напомним, о массовой гибели рыбы стало известно накануне. Видео об этом появилось в социальных сетях. Десятки волонтеров и жителей города принялись спасать рыбу, которая еще подавала признаки жизни. По предварительному заключению Аральского филиала МПЦ рыбного хозяйства, причиной гибели рыбы стало изменение качества и температуры воды из-за притока дождевых вод. Однако ветврачи говорят, что дождевые воды в Бадам попадают часто. Но чтобы так массово гибла здесь рыба, раньше такого не видели. На отравление, говорят специалисты, намекают ряд признаков. Мутно-белый цвет воды, пена на берегу. На лабораторию сдаем. А там на что будет проверять? Чтоб диагноз поставили, чем она болит. Вы думаете, это болезнь, да? Не знаю. Или, наверное, отравлено чем-то. А раньше такого вам видеть приходилось здесь? Нет, не приходило. Первый раз это. Отравление это склоняет.